продолжаю свою рубрику «Надпись на песке». И сегодня надпись от Сергея для Ксюшеньки. Смотрим надпись. По традиции красивый вид для Ксюшеньки. От Сергея. Смотрим надпись. Ксюшечка, любимая, у тебя все будет хорошо. Та-ра-ра-рам. Пока ты думал, я думал. О, ебота, привет. Как у вас дела? У меня же здесь новость печальная. Никулин пропал, уже 10 дней нет. Хоть в розыск подавай. Мы с Юртасом уже переживаем, Николай. Что случилось? А вообще, я иду со своей мартышкой на пляж. Решили позагорать пару часиков. Ну, чисто загарчик обновить. Ну и покажу вам обстановочку на пляже в обеденное время. Ну, а что? Всем волховским пяу-пяу и круди. Волховчане, держитесь. Юрка за вас на Карибах здесь отжигает. Да, Эндрю? Быстров, ты тоже держись. Городецкий, не болей. То что-то выглядишь неважно последнее время. В общем, гуляем. Гад со мной. Чпоньк, чпоньк, чпоньк. Так что все. Начали видео. А Катька идет снимать топ-10 жоп Лайо де Кармен на пляже. Угадайте, чья попка на первом месте? Правильно, моя зудящая. Обстановочка вот. Народу не очень много. Машины, велики пропускают. А, я вам это уже показывал. А мое видео сегодня будет называться, как Катенька топ 10 жоп Лайо де Кармен снимала. Вообще заебись! Пяу-пяу-пяу-пяу-пяу-пяу-пяу. Как тетя Ира любит говорить. Погнали. А это зырит первую жопу. Мне кажется, она петуха сосала, блядь, полночи, вон он ее отпустил позагорать. Так-то срак это на троечку, видела? Ага. История о том, как геи с зонтом игрались. Скорее геи, раз втроем, три мужика. Ну играйте. Куга? Да хуй знает. Да ну, по-любому пидоры. Или нет? А это не расизм? А Катька же пока купалась, нашла 100 песо. Ну что? И хотим их пропить. А чего ты? Здесь 99. Ого. Ну здесь пойдем найдем пиво подешевле. А за пивом по итогу опять пришли в большой магазин. Потому что здесь можно купить по 10 песо банку пива, а везде в магазинах 18. Угу. Продолжаем экономить на Карибах. Хотя бы на бухлишке. Хоть бы сработало, да? Воу-воу-воу-воу! Чушкарики, здорово, дьявола! Привет всем богатым, кто верит в денежные потоки. Поклон, Ледион, красава! Рыбка, ты у нас самая красивая теперь, которая золотая. Как у тебя вообще дела? Все, депрессия прошла. Ну так и вот. Насчет купальника, Ледион, сходили, посмотрели. Он, оказывается, не 300 песо, не 1200 рублей, блядь, а 450 песо умножить на 4. Короче, пиздец, придется мне добавлять самому. Также я сегодня посмотрел стрим
шведской волшебницы по имени Эмма. Сейчас я вам кусочек вставлю. Первое – неумение отдавать. Второе – это стыд, который заставляет придумывать какой-то успешный человек, у которого нет вот этого нищебродного мышления, не постыдится попросить помощи. Ему не стыдно. Он включит стрим и скажет: «Так, братва, завтра мы с моей половинкой идем жить на пляж, потому что, блядь, нету денег платить за жилье. И надежда только на вас. Кидайте». И люди ему кидают, потому что он сказал правду. Он охеренно искренний. Вроде взрослый человек, да, там какой-то опыт за плечами, но он тяжестью на нем как-то не лежит. Он такой легкий, сам по себе человек легкий. В его девушке эта легкость есть. И вот эти две недели, что мы, значит, за ним наблюдаем, я вижу, как она развивается. То есть она прислушивается и делает правильные шаги в нужном направлении. То есть он по итогу научит ее быть такой же, как он. Как это сказать? Проводником данных энергий. Блядь, какая мудрая женщина все-таки. Угу. Обалдеть. Редко таких встречаешь. Ну вы сейчас посмотрите, блядь, и напишите, что вы думаете про все эти потоки. Ведь реально, да, вот так это у Юрки и работает. Вы вот часто спрашиваете: «Юра, Юра, как это работает?» Так и работает. Так что, друзья мои, давайте сегодня попробуем денежный поток на 2 грамма. Кто, сколько, да что значит? Ты и ты. Киньте по 5000 рублей на ха-ха-ин. А что, вам вернется по 10? Что-то не какается, вообще нихуя. Ромка Харитонов, спасибо за совет. Смотрите, кто вытирает жопу и у кого зуд от говнища на очке, то покупайте еще влажные салфеточки и после того, как бумагой говнища стерли основняк, протирайте влажной салфеточкой, желательно ромашковый вкус. Тогда у вас ничего не будет щипать. А, что? Она всегда заходит в туалет, когда я какаю, я хуй знает, и в глаза вот так мне смотрит. Так, что она сегодня приготовила пожрать? Так. Опа-на, сарделька, блядь. Заебись. Значит, какой-то там СС Щербаев в кожаной куртке за 25 тысяч. Пиздец, блядь, пиздец. Как можно купить кожаную куртку за 25 тысяч? Ты что, вообще себя не любишь, что ли, а? СС Щербаев. А, это я к чему? Короче, у меня Никулин пропал, пиздец, 11-й день отсутствует. Никулин! Ты где, блядь? А? Юртас там уже пиздец вообще переживает, нахуй. Пиздец. Я что, кофе за Юртаса пить буду или что? Купил вот такого недорогого. Юртас, пьем за тебя, вон кофе такое, видал какое? Вот так. А? Никулина накажем. Валера цветет. Смотрите, какую хуйню ебанул. Там апельсины. Короче, так и живем. Пум-пум-пум, пурум-пум-пум. Ау-ау-ау. Ну все. Пам-пям. Пяу-пяу-пяу. Пяу-пяу-пяу-пяу. Пяу. Все. Ну что, дьявола? Всем спасибо, кто сдавал на кокаин, но мы так с вами и не собрали. Так что в связи с этим нам придется переезжать. Собрали вещи. А, вы же не знаете, да, что случилось? Короче, нас отсюда выгнали нахуй. Я расскажу у себя. А, Катька вам у себя расскажет. Наверное, будет правильней. Это ее контент. У нее там на канале вообще взрыв эмоций. Ну все. Хорошо хоть было, знаете, все съедено, пиздец. Уже вроде и деньги отдали, но Катька вам расскажет. Все, давайте. Пяу-пяу-пяу, пяу-пяу-пяу-пяу-пяу. Что-то вышли, все, выселились. И вспомнили, что у нас на симке денег нет.
а без интернета хуй найдешь. Так что пойдемте с вами так. Где-нибудь найдем сейчас бесплатный интернет, здесь в принципе дохуя его. И где-нибудь подключимся. Ту сторону, в какую нам надо двигаться, мы знаем. А еще я познакомился сегодня с одним блогером, тоже в Мексике живет. Канал называется ВАВ. Ну, вбейте ВАВ, Мексика. Да, и увидите охуенного блогера. Он в Америку пробирается. Так вроде здесь все подсказал, рассказал. Даже дорогой кокаина угостил, представляете, пиздец. Ну все, пойдемте. Ну а мы приехали в нашу конуру. Ключик нам оставили вот в той штучке. Сейчас Катьке пароль пришлют, мы откроем и зайдем. Блядь, темновато, конечно. Вон, посмотрите, где что. Обзор-то у Катьки гляните. Мы ее канал раскручиваем. А то моему пизда, походу. О, Мазитов опять в лес поехал. Мазитов, там, кстати, рыбка освободилась. На меня внимание, как это открывается? Ну а пока у нас прибираются, Катюша делает мне вкусняшку. Пяу-пяу-пяу, пяу-пяу-пяу. Чё, что это твои ножки прекрасные показывают? Ниже охуенные. А, бумажка у нас вот такая розовая. Ну, короче, вы поняли, наверное, да? Кручу-верчу. Косячок скручу. Ну, спасибо, солнце. На пляже попиздатей. Подождите. Сюда появится охуенно. Да, увидите. Ужасные. Баб, за тебя. Ужасные будни безработного. Нихуя здесь. А? Оп-оп. Тюк-тюк-тюк-тюк. И пошли. Ну что, вы тут? А я, знаете, что-то покурил и полегче стало. Катька пошла за водой. А мы опять у этого знаменитого 7-Eleven. Кто смотрел на том канале, на втором трансляцию, тот знает, что мы с вами сегодня с утра нашли вот в этом дереве. Вот в этом дереве, короче, не один хороший человек с канала ВАВ оставил дорогу. Так вот, я сегодня жмыханул, собирал полутора с вас еще на граммчик, а вы нихуя. А жизнь все равно привела опять к этому дуплу. Угу. Очень странные совпадения. Мы даже живем теперь у этого дупла. Охуеть. Фу, бля. Покурил, прям вообще заебись стало. Все, напряжение ушло. Правда, непонятно куда. У вас-то вообще как дела? Никулина-то никто не видел? Пиздец. Все обыскал. Нет вообще нигде, нахуй. А, я вам показывал Коко-бонго. Здесь люди пляшут. А эти, наверное, продают. Ага. Обычный автомобиль. О, Мазитов опять. Нихуя. Ты, Артур, из леса или в лес? Давид! От души всей медицине и тебе. Легионище, низкий поклон. Эммочка. Потоки настраиваем все правильные. Так вот, друзья мои, постримили, пособирали, с миру по нитке, там кто только участие не принимал, я уж не буду всех отмечать. Рыбка, тебя Катька реабилитировала везде, прикинь, вообще заебись. Так и вот, а, мы же переехали, живем в гнезде где-то, вообще пиздец. Короче, вот так, короче, сейчас пойдем мутить. Угу, ну а что, пау-пау.
с вас лайк, хуяй. Короче, смотрите видео, в конце видео там пяу-пяу. А пока, а то я в долг еще занял чуть-чуть. Ну а что?